Jode mana, shinananana, abaya charanara, vindure. Jode mana. Shimlanda nandana, abaya charanada, vindade. Lulava manava, janamasa sange. Dulava manava janamasa sange. Ravana Kirtana Varana Vandana Sarasvati.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text 17. Мы читаем Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 2, стих 17. Шринватасва ката Кришна. Шринватасва ката Кришна. Пуньяшраванам киртанам. Пуньяшраванам киртанам. Идиантасто хиабаджани, идиантасто хиабаджани, идиантасто хиабаджани, идиантасто хиабаджани, вихуноти суритсатам, вихуноти суритсатам, вихуноти суритсатам, вихуноти суритсатам, Шринвата. Те, кто развили потребность слушать послания. Сваката. Его собственные слова. Кришна. Личности Бога. Пунья. Добродетели. Шравана. Слушание. Киртана. Воспевание. Хидьянтаста. В сердце. Хи. Несомненно. Абадрани. Желание наслаждаться материей. Вируноти. Очищает. Сурит. Благодетель. Сатам. Верного.
Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear His message, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Перевод. Шри Кришна – личность Бога, которая является параматмой, сверхдушой в сердце каждого и благодетелем верного преданного, очищает его сердце от желания материальных наслаждений, того преданного, который развил потребность слушать его послание, которое сами по себе добродетельны, если их правильно слушают и повторяют. Ом гьяна тимидандасья джанагана салакаям чаксус милитам джейна тасмай ши гриве намаха ши чайтанья манувистам шапитам дадати свапарантикам ши кришна чайтанья ши адвайта гададха ши васари гаура бхакта винда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is a very famous verse, describes the glories of the Holy Name. Это знаменитый стих, в котором написано слава святого имени. And how the effect it has on us. И тот эффект, который повторение святого имени имеет на нас. Это также подтверждается Господом Чайтаньей. Он говорит Чайтодарпана Марджанам. Комментарий. Послание личности Бога Шри Кришны не отлично от Него. Поэтому всякий раз, когда происходит безоскорбительное слушание и повторение славы Господа, нужно понимать, что Господь Кришна присутствует там в форме своего трансцендентного звука, который настолько же могущественный, как сам Господь лично. Шри Чайтанья Махапрабху в своей Шикшаштаке объявляет очень ясно, что святое имя Господа обладает всем могуществом Господа, и что Он наделил свои бесчисленные имена тем же самым могуществом. Нету никаких строгих правил, относящихся к времени. И любой может повторять святое имя с вниманием и почтением, как ему удобно. Господь настолько милостив к нам, что Он может присутствовать перед нами лично в форме святого трансцендентного звука. Но, к сожалению, у нас нету вкуса к слушанию и прославлению святых имен Господа и Его деяний. Мы уже обсуждали развитие вкуса к слушанию и воспеванию святых звуков. Это можно достичь посредством служения чистому преданному Господа. So here we see Srila Prabhupada is emphasizing the quality of our chanting also. Здесь мы видим, что Шрила Прабхупада подчеркивает качество нашего воспевания. He says it should be done with attention and reverence. Он говорит, что это нужно делать с вниманием и почтением. So this is something we have to improve. Это то, над чем нам нужно поработать. It says that one uttering of the name can remove all mountains of sin. Говорится, что даже когда человек один раз произнесет святое имя, то он может устранить целые горы греха. But the chanting should be done without offense. Но для того, чтобы это произошло, повторение должно быть безоскорбительным. So we're reciting daily the offenses of the Lord, so one of them is to be inattentive. Мы каждый день повторяем оскорбления, которые можно совершить по отношению к святому имени Господа. И одно из них — это быть невнимательным при повторении. So this is, it's not surprising that our chanting is sometimes inattentive. Это неудивительно, что иногда мы повторяем святое имя невнимательно. But the challenge is how to improve the quality of our chanting. Но перед нами стоит непростая задача — как улучшить качество своего воспевания. When we see we're becoming inattentive, then we have to bring again our attention to hearing nicely. Если мы замечаем, что мы становимся невнимательными, то нам нужно опять вернуться во внимательное повторение, чтобы слушать правильным образом. Then we'll begin to relish the nectar of the holy name. И тогда мы сможем ощутить вкус нектара святого имени. Rupa Goswami is praying for millions of ears so he can
relish the nectar of these two syllables, Krishna. Рупа Госвами молится о том, чтобы у него было множество уст и ушей, чтобы он мог наслаждаться нектаром этих двух слогов – Кришна. And millions of tongues to vibrate these two syllables, Krishna. Чтобы он мог слушать этот нектар, и также миллионы языков, чтобы он мог произносить эти два нектарные слога – Кришна. And he says, when I do that, then I see the Lord in the courtyard of my heart. И он говорит, что когда я делаю это, то я вижу Господа в моем сердце. So this is our goal. В этом наша цель. We want to come to the point of pure chanting. Мы хотим достичь этого уровня чистого воспевания. Therefore, we have to practice. Поэтому нам нужно в этом упражняться. Once Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was asked, "Why you chant Hare Krishna?" Однажды у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура спросили, а почему вы повторяете Хари Кришна? He said, "So I can chant Hare Krishna." Он ответил, чтобы повторять Хари Кришна. He's chanting, so we're chanting now, so that we can chant properly. Мы повторяем сейчас для того, чтобы в будущем мы могли повторять правильно. We're practicing. Мы практикуемся. Благодаря практике мы достигаем совершенства. So the end and the means are the same. Поэтому средства и цель и средства достижения ее одинаковы. The means is chanting Hare Krishna. Средство заключается в воспевании святого имени Хари Кришна. And the end is chanting Hare Krishna. И также цель, которую мы достигнем, это повторение Хари Кришна. But at the end we're chanting without offense. Но в конце, в результате, мы должны повторять без оскорблений. Then there'll be tears in the eyes. И тогда у нас будут слезы на глазах. The hair will be standing on end. И волосы наши станут дыбом. Anybody have those symptoms this morning? У кого-то были сегодня утром такие признаки? So this is why we're practicing. Именно поэтому мы практикуем. The name has that potency. Святое имя обладает этим могуществом. But we are stone-hearted. Но наше сердце заковано в камень. Next paragraph. Следующая часть комментария. Господь отвечает взаимностью своим преданным, когда Он видит, что преданный полностью искренен в том, чтобы обрести прибежище в трансцендентном служении Господу, Он таким образом Он становится очень стремится слушать о Нем. Господь действует внутри, в сердце такого преданного таким образом, чтобы такой преданный мог легко вернуться домой к Нему. Господь больше хочет вернуть нас в Его Царство, чем мы можем этого желать. Большинство из нас вообще не желают вернуться домой обратно к Богу. Только некоторые желают вернуться домой к Богу. Но любой, кто желает вернуться домой к Богу, Кришна помогает ему во всех отношениях. So this is our unfortunate situation. Это наше плачевное положение. We don't desire to go back to God. Мы даже не хотим вернуться домой к Богу. We think we have an advantage here. Мы думаем, что у нас здесь есть более выгодное положение. There's a story there of the Lord Indra. He was cursed by his spiritual master to take the body of a pig. Есть история про Господа Индру, которого однажды его духовный учитель проклял, и в результате этого Индра родился в теле свиньи. So after living in a pig's body for some time, then Brahma came to him and he said, Indra, this is not your real body. You're the king of heaven. Give up this body and come back, and because we want you to again become king of heaven. Он некоторое время пожил в этом теле свиньи, и потом к нему пришел сам Господь Брахма и сказал: ты на самом деле не являешься свиньей, ты Индра, ты просто живешь в теле свиньи, но тебе нужно оставить это тело и вернуться туда, откуда ты пришел, на райские планеты. But Indra in the body of the hog or the pig, he said, what? Give up this body? Индра в теле свиньи, он сказал, что? Оставить это тело? I have such a wonderful wife. У меня такая красивая жена. See how beautiful she is? Ты что, не видишь, насколько она прекрасна? With her curly tail. У нее такой закрученный хвостик. And every day this I have a servant, he comes, brings me nice garbage. И у меня есть тут слуга, который мне каждый день приносит самые лучшие в мире отбросы. What to speak of my little piggies? А что уж говорить про моих поросят?
How can I give up this body? Как я могу оставить это тело? So this is our position. Actually, we don't have an advantage here, but we think everyone is thinking I have an advantage. На самом деле это то положение, в котором находится каждый из нас. У нас нету никакого преимущества, но мы думаем, что мы находимся в очень выгодном положении. Therefore, he Prabhupada is saying, no one is inclined to go back to God. Поэтому Шрила Прабхупада пишет, никто не склонен возвращаться домой обратно к Богу. But the spiritual master pushes us. Но духовный учитель подталкивает нас. This was Srila Prabhupada's mood. Это было настроением Шрилы Прабхупады. I remember when I first met Srila Prabhupada. Well, first I met his disciples. Я помню, что прежде всего я встретился с учениками Шрилы Прабхупады. And I saw that they were worshiping a picture of him. И я увидел, как они поклоняются его изображению. And I was thinking, what is this they're doing? Я подумал при этом, что чем они занимаются? My mother taught me you should never worship a human being. Меня научили, что никогда нельзя поклоняться человеку. Why are they worshiping him? И я при этом подумал, почему они ему поклоняются? So when Prabhupada came to the center where I was, когда Шрила Прабхупада приехал в тот центр, где я жил. Then I got the chance to meet him personally. И у меня получилась возможность встретиться с ним лично. It was a kind of a smaller room, and he was behind a little desk, sitting on the floor. Встреча наша произошла в такой небольшой комнате. Он сидел на полу за небольшим столиком. And I was, just a few feet away from him in the back. Я сидел от него позади немножко, в несколько метров от него. So I was, kind of trying to pierce. With my vision and to understand who is this person. Я пытался проникнуть вглубь этой личности своим видением и попытаться понять, кто это. So I was looking at him like that. Я смотрел на него вот так пристально. And Prabhupada suddenly raised his head and saw me looking at him. Шрила Прабхупада внезапно поднял свою голову и увидел, что я пристально всматриваюсь в него. And he said. И он сказал. Yes. Да. So Prabhupada could see me better than I could see him. Так что Шрила Прабхупада мог меня видеть намного лучше, чем я видел его. He saw I was nonsense. Он видел, что я из себя абсолютно ничего не представляю. So he was always correcting me. Так что он все время меня поправлял. So this was his mercy. He didn't have to do that. Но в этом заключалась его милость. У него не было, он не должен был, не обязан был этого делать. But he was genuinely sorry to see that we were suffering in ignorance. Но он чувствовал большое сожаление обычно, когда он видел, как мы страдаем из-за своего невежества. Therefore, he took the position of the spiritual master. Именно поэтому он занял это положение духовного учителя. On the order of his spiritual master and Lord Chaitanya. По приказу своего его духовного учителя и Господа Чайтаньи. Otherwise, we could see many times it was a thankless task trying to. Like he Prabhupada said, trying to clean coal. Но так как мы видели много раз на своем опыте, это было совершенно неблагодарное дело, как Шрила Прабхупада сам сравнивал это с отмыванием угля. You clean and clean, it's still black. Сколько вы уголь не моете, он все равно останется черным. But still, Prabhupada gave us some chance to serve him. Но все равно Шрила Прабхупада давал нам какие-то шансы, возможности служить Ему. Как мы читали вчера, что служение чистому преданному дает нам побуждение обрести вкус к воспеванию. Because it's very pleasing to the Lord. Потому что это приносит большое наслаждение Господу. So we may not be able to chant purely, but everyone can do something to assist Srila Prabhupada in his movement. Поэтому, хотя не все могут повторять святое имя чисто, каждый из нас может сделать что-то, чтобы помочь Шриле Прабхупаде в его движении. Everyone can. Любой может сделать это. Therefore, Prabhupada is the most magnanimous, you can say. Representative of Lord Chaitanya. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Шрила Прабхупада это самый великодушный представитель Господа Чайтанья. Потому что он распространил это движение по всему миру. Поэтому нам очень повезло, что у нас есть связь с ним. There's a story in the Chaitanya Bhagavata about the importance of serving the devotee.
В Читании Бхагавате есть история, которая иллюстрирует важность служения преданным. Однажды Шривас Такур шел по улице в Навадвипе. And he came to the Devananda Pandit. He was giving class on Srimad Bhagavatam. He had some students there. И он проходил мимо места, где Девананда Пандит давал лекции по Шримад Бхагаватам, и его слушали его ученики. So he came in very humbly and sat in the back. Он подошел и очень смиренно сел сзади его учеников. But he heard one verse where it's mentioned that Lord Krishna was so kind that he benedicted Putana witch with the position of his mother. И в какой-то момент он услышал стих, в котором описана великодушие, милость Господа Кришны, в котором объясняется, что он настолько добр, что он даровал даже демонице Путане, которая хотела его убить, положение его матери. Although she came with the motive to kill him, but because she offered her breast, Krishna took the good side. И хотя она пришла к нему для того, чтобы его убить, предложив ему грудь, смазанную ядом, тем не менее Господь Кришна принял, скажем, хорошую сторону этого поступка. So when Srivas heard that verse, he went into internal consciousness. He lost external consciousness. И когда Шривас Такур услышал этот стих, то он потерял сознание, он ушел внутрь, вглубь себя погрузился в транс. And he fell on the ground. И упал на землю. And he was rolling. И стал кататься по земле. So the students were looking. Who is this person who's come into our class causing disturbance? И ученики Девананды стали оглядываться, кто это там мешает нам слушать лекцию. They couldn't recognize his position. Они не могли понять положение Шриваса Такура. And so, with the tactic approval or the blessing of the teacher, they took him and put him out on the street. И поэтому с молчаливого согласия или даже с благословения их учителя они просто вынесли его на улицу и оставили его там. So Lord Chaitanya, as the super soul, he saw that and he was very displeased with that Devananda Pandit, the teacher. И Господь Чайтанья, будучи сверхдушой в сердце каждого, знал об этом, и поэтому он был очень недоволен поступком Девананды Пандита, учителя этих учеников. For insulting his pure devotee. Потому что они оскорбили его чистого преданного. И через некоторое время Господь Чайтанья Махапрабху шел вместе с группой Санкиртаны, Харинама, через, по улицам Навадвипа, и они проходили неподалеку, и Господь Чайтанья сказал, вот туда заходить, в этот район не надо, потому что там живет большой оскорбитель, Девананда Пандит. It says that Lord Chaitanya Mahaprabhu was so magnanimous that everyone, even the impersonalists, were floating in love of God. Говорится, что Господь Чайтанья Махапрабху был настолько великодушен и щедр, что все, включая даже имперсоналистов, тонули в океане любви к Богу. Но была лишь одна категория людей, которой он не давал своей милости. Те, кто плохо говорили о вайшнавах. So, like this, Devananda Pandit, he was a respectable person in the city because he was teacher and elder. И Девананда Пандит был уважаемым человеком в городе, потому что он был учителем, он уже был в возрасте. Но он не получил милость Господа Чайтанья. Но затем Девананда Пандит услышал, что неподалеку один из ближайших спутников Господа Чайтанья, Вакрешвар Пандит, танцует на протяжении всей ночи. И он подумал, а ну-ка, пойду-ка я и посмотрю на это представление. И когда он пришел туда, он увидел, что Вакрешвар Пандит танцует в полном восторге. And the crowd was coming, pushing to see. И к нему приближается много толпа людей постоянно, которые хотят увидеть, получить его даршан. So because he was elder, respected, he was keeping the crowd away. In this way, Vakeshwar Pandit could dance nicely. He was helping to keep the
И поскольку Девананда был таким зрелым, пожилым человеком, то он стал сдерживать толпу этих людей, которые хотели посмотреть на Вакрешвару, так, чтобы Вакрешвара мог танцевать беспрепятственно. И Господь Чайтанья заметил это: о, он служит моему преданному. Поэтому он простил ему его оскорбление. Впоследствии он встретился с Господом Чайтаньей в Джаганатпуре. И Господь Чайтанья простил его и сказал, чтобы тот попросил прощения у Шриваса Такура. So the point I was making is that this Vakeshwara Pandit was chanting in one courtyard. Итак, что я хотел сказать, этот преданный Вакрешвара Пандит танцевал в дворе, во дворе одного дома. And one offender, because he assisted him, he got the mercy of Lord Chaitanya. И оскорбитель из-за того, что он стал помогать ему, служить ему, обрел милость Господа Чайтаньи. So Srila Prabhupada is dancing in thousands of millions of courtyards all over the world. Что касается Шрилы Прабхупады, то он танцует во многих тысячах и миллионах таких дворов по всему миру. So all we have to do is assist Prabhupada, and then we'll get the mercy of Lord Chaitanya. Все, что от нас требуется, это просто помогать Шриле Прабхупаде, и тогда мы, несомненно, обретем милость Господа Чайтаньи. Шриле Прабхупаде ки. Следующая часть комментария. Человек не может войти в Царство Бога, если он не освободился полностью от всех грехов. Материальные грехи являются результатом наших желаний, нашего желания господствовать над материальной природой. Очень трудно избавиться от таких желаний. Женщины и богатство являются самыми большими проблемами для преданного, который прогрессирует на пути обратно домой к Богу. Многие возвышенные преданные в линии преданного служения пали жертвами этих вещей, и таким образом они ушли с пути освобождения. Но когда человеку помогает сам Господь, то весь процесс становится таким легким, что человек с легкостью может обрести божественную милость Господа. Для того, чтобы, если человек становится беспокойным в соприкосновении с женщинами и богатством, это не является причиной удивления, поскольку каждое живое существо общается с этим с незапамятных времен. И таким образом, для того, чтобы освободиться от этой чуждой нам природы, требуется время. Но если человек занят воспеванием и слушанием славы Господа, то постепенно он осознает свое истинное положение. По милости Господа, такой преданный получает достаточно силы для того, чтобы защитить себя от такого рода беспокойств, и постепенно все беспокоящие вещи уходят из его ума. So this is the goal, to make the mind our friend. В этом наша цель — превратить наш ум в нашего друга. These things are all in the mind, this disturbance with women and wealth and so on. Все это находится в нашем уме, все эти беспокойства, связанные с женщинами и богатствами, они в нашем уме. И Шрила Прабхупада здесь пишет, что преданному становится очень легко сделать это, потому что Господь помогает ему. Этот процесс настолько прекрасен, что любой может достичь совершенства. By engaging everything in the service of the Lord, then instead of being a disturbance, it becomes an asset. Если мы задействуем все в служении Господу, то вместо того, чтобы что-то являлось для нас причиной беспокойства, это становится наоборот нашим достоянием. Bhaktivinoda says like that: whatever I have, my wife, my family, my friends, my money, I give at your lotus feet. Бхактинот Такур говорит, что все, что у меня есть, мой дом, моя жена, моя семья, мои друзья, деньги, все это я преподношу твоим лотосным стопам. И все, что у нас есть, если у нас есть какие-то деньги или влияние, все это мы должны использовать для прославления Господа. That way, we won't be contaminated. Таким образом, мы не будем осквернены и порабощены. So being in the material world is not contaminating.
Так что просто находиться в этом материальном мире еще не является причиной осквернения. Contamination is when we try to dominate or exploit or enjoy the material world. Мы оскверняемся, когда мы пытаемся господствовать или наслаждаться материальной природой. So when we see that this is not our position, then we don't again become attracted to this. Если мы увидим, что наше положение не в этом, что это противоречит нашей природе, то тогда мы не будем больше привлечены этим. Actually, we can enjoy the material world. На самом деле мы не можем наслаждаться материальным миром. There's no enjoyment here. Здесь нет наслаждения. But we think there's going to be enjoyment. Но мы считаем, что здесь будет хорошо. Right now we're not enjoying, but we anticipate, oh, as soon as this happens, then I'll enjoy. На самом деле сейчас у нас нет наслаждения, но мы все время находимся в состоянии ожидания. Вот скоро, скоро я буду наслаждаться. The story is there of the duck is following the bull. Есть история о том, как цапля идет за быком. He looks at the bull, he sees the bull's testicle is hanging, and he's thinking it's a fish. И когда она идет сзади за быком, то она видит, что у быка свисают его половые органы сзади. И ей кажется, что это большая рыба. И она думает, что вот-вот эта рыба упадет, и у меня будет хороший обед. So he's following the bull. И она вот идет все время за быком. But he never gets that fish. Но рыбы она так никогда и не получит. This is our, you can say our Maya. Это наша майя, в которой мы находимся. We think I'm going to, as soon as this happens, then I'm going to be happy. Мы думаем, что как только у меня будет вот это или как только что-то произойдет, то я сразу же стану счастливым. But Krishna certifies dukkhalayam. It's a place of suffering. Но Кришна делает свой вердикт. Это dukkhalayam. The happiness runs through our fingers. We can't hold it. Счастье, кажущееся счастье в этом мире, просачивается сквозь наши пальцы. Мы не можем его удержать. Therefore, Lord Buddha said that happiness comes like the lightning flashes. So why seek it? Поэтому Господь Будда говорил, что счастье подобно вспышкам молнии. Зачем стремиться к таким вещам? Don't be mad after sense gratification. Не сходите с ума по чувственному наслаждению. Pleasure will come automatically. Радость, наслаждение произойдет само собой, естественно. Just like suffering comes. Точно так же, как к нам приходят страдания. No one's asking for it, but in everyone's life some suffering is there. Никто не просит, чтобы к нему пришли страдания, но в жизни каждого есть та или иная доля страданий. Similarly, some happiness will come. Точно так же к нам придет и счастье. So better use your valuable time to serve Srila Prabhupada's mission. Поэтому лучше используйте свое драгоценное время для того, чтобы служить миссии Шрилы Прабхупады. This is the only price required. Это единственная цена, которую от нас требуется заплатить. That you're sincerely anxious to assist Srila Prabhupada. Наше искреннее стремление помогать Шриле Прабхупаде. Then you'll surely get the mercy of Lord Chaitanya. Тогда без никакого сомнения мы обретем милость Господа Чайтаньи. Okay, any questions? Есть вопросы? Yes, a question. No? I thought he was scratching his head. Нету вопросов? Okay, that's good, no question. Это хорошо, что нету вопросов. Because that means everything is clear. Потому что это означает, что все понятно. Да, пожалуйста. У кого там мата же? What is it? Какой вопрос? When we were traveling here to the festival in the train, there was one question. Somebody would have said that. One second. Prabhupada's lotus feet are here. Здесь остались до сих пор лотосные стопы, лотос тапочки Шрилы Прабхупады. Someone said that you cannot chant japa when you are on the upper berth of the compartment, where you can only lie down and you cannot see there properly. And some other devotees, they say that according to time, place, and circumstances, you can chant japa even there, 16 rounds actually, not
just chanting japa, but 16 rounds there. That's nice. Все слышали вопрос? So what is the proper answer? That's все right. Слышали? You can chant in any condition. Сейчас я повторю. Вопрос был в том, что когда мы ехали в поезде, то у нас возник вопрос. Некоторые преданные говорили, что нельзя повторять джапу на верхней полке в купе, в вагоне. Лежа, да, где нельзя сесть. Тогда как другие преданные говорили, что повторять там тоже можно, 16 кругов, потому что время, место и обстоятельства. Махарадж говорит, а почему бы вам просто не слезть оттуда, не повторять джапу внизу? Any other questions? Если еще какие-то вопросы. Is it in the back? Вот там сзади. Krishna made this world perfect, so if he does not intervene in the affairs of this world, would they progress, or they will be degraded more and more? Well, we know how the seasons go from Satya Yuga, Tvaita Yuga, Dwapara Yuga. So now Kali Yuga, they are going to get worse. Мы знаем, что есть определенная последовательность, цикличность, в частности среди юг. Есть Сатья Юга, Трета Юга. Сейчас Кали Юга. Сейчас все будет деградировать. Then again, when Kalki comes. He'll bring in the new Satya Yuga. Но потом, когда придет Калки, аватар, он опять начнет, положит начало новой Сатья Юге. So just going round and round. Так что это продолжается по кругу. But we see now we're in Kali Yuga. Но сейчас мы живем с вами в Кали Югу. Just like in your country. Это то, что сейчас у вас происходит в стране, это Кали Юга. People, the Russians and Ukrainians have been living so long together. Now they're suddenly they're killing each other. Русские и украинцы жили на протяжении многих лет вместе, но сейчас время подошло, и они убивают друг друга. This is Kali Yuga. Это Кали Юга. So therefore, the urgency of spreading this mission is there. We should become very serious. Поэтому существует такая потребность в распространении этого духовного знания. Мы должны серьезно относиться к этому. Потом, в результате этого, у нас будет возможность пожить 10 тысяч лет в течение Золотого века. Это будет то же самое, что Сатья-юга в Кали-югу. Иначе никакого решения нету. Все будет только хуже и хуже. Есть еще какие-то вопросы? Чтобы Махарадж прочитал? Чтобы Махарадж прочитал? Или кто? Time to finish. Перевод? He wants probably you to read the translation once again. Okay. You want me to do that? Yeah. Еще раз перевод нашего стиха. Шри Кришна – личность Бога, которая является сверхдушой, параматмой в сердце каждого и благодетелем честного преданного, очищает желание такого преданного от очищает сердце такого преданного от желаний чувственных наслаждений. Если у такого преданного развилась потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. If we still have time, I can tell one story Srila Prabhupada dealing with me. Если у нас есть еще время, то я мог бы рассказать одну историю, как однажды Шрила Прабхупада пообщался со мной. Do you like to hear a story where he chastised me or he encouraged me? Вы хотите услышать историю, когда он меня отругал или когда он меня похвалил? Both of them. You know English so well. Вы так хорошо разговариваете на английском. Once I was sannyas and he Prabhupada wanted me to stay in Mayapur because the Bhavananda was the co-director, he had to leave. So he wanted me to assist Jayapataka Maharaj
for some time. Однажды я уже был саньяси, и Шрила Прабхупада захотел, чтобы я остался в Майяпуре вместо Бхавананды Махараджа в то время, которому нужно было уехать. А Бхавананда в то время был со-руководителем вместе с Джайапатакой Махараджем. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы я остался помогать Джайапатаке Махараджу. So I found out this from the GBC representative at the time, Gopal Krishna Maharaj. Я об этом узнал от представителя GBC, которым в то время был Гопал Кришна Махарадж. But I said, I'm not going to go, I told him, because I already have my plan. I'm going to preach in Korea. Но я ему сказал, нет, я туда не поеду, потому что я уже составил свои планы. Я еду проповедовать в Корею. So I said, you're not my GBC, you can't tell me. Я сказал ему, ты же не мой GBC, ты не имеешь права мне что-то тут указывать. So then later we were in Prabhupada's room. Prabhupada was having darshan. There were many people were there, and Gopal Krishna said, "Prabhupada, Sri Vigram Swami says he's not going to go. He's not going to stay here in Mayapur." И потом мы были в комнате у Шрилы Прабхупады. Там было достаточно много преданных членов GBC, и там был также Гопал Кришна Госвами, который вдруг поднял руку и сказал: "Шрила Прабхупада, Sri Vigram Swami сказал, что он не поедет в Майяпур." So Prabhupada said, "Oh, what is the problem? Why you don't want to stay?" И Шрила Прабхупада тогда сказал: "О, а в чем проблема? Почему ты не хочешь остаться в Майяпуре?" I said, "Prabhupada, here I don't know what I'm going to do, but there I know I can sell books and like that." И я сказал: "Шрила Прабхупада, когда я здесь в Майяпуре, то я не знаю, чем мне заниматься, но там я поеду, я буду распространять книги." Prabhupada said, "Our formula is plain living and high thinking." But you are simply addicted to the city. Шрила Прабхупада тогда ответил мне: "Наша формула, которую мы следуем, это простая жизнь и возвышенное мышление. Ты же очень привязан к городской жизни." That was true. Это была правда. And then I didn't surrender. Я не смог предаться в тот момент. I said, "But Prabhupada, what will I?" I forget the exact thing. I said something about, "Well, I'm a sannyasi, but I haven't had a chance to preach in English. If I stay here in Mayapur, they only speak Bengali." И я не помню точно, что я сказал, но, по-моему, я сказал что-то вроде того, что я уже сannyasi, и мне нужно проповедовать на английском, но если я останусь здесь, в Майяпуре, то они не понимают практически никто английский, они говорят только на бенгали. I said, "I've been a sannyasi for 5 years, but I haven't had a chance to preach in English." Я сказал ему, что я уже сannyasi 5 лет, и у меня так и не было никакого подходящего случая, чтобы я мог проповедовать на родном английском языке. So Srila Prabhupada said, "Oh, you've been a sannyasi for 5 years?" Шрила Прабхупада сказал: "О, так ты уже сannyasi 5 лет? And you haven't had a chance to preach?" И у тебя не было возможности проповедовать? So what makes you think you know how to preach? А что за благодаря чему ты думаешь, что ты умеешь проповедовать? So in this way, I surrendered. И после этого я предался. I remember thinking, well, maybe I don't know how to preach unless I get His mercy. И я подумал, что может быть действительно я так и не умею проповедовать и никогда не научусь проповедовать, если не получу Его милость. So I stayed in Mayapur for that. Until Bhavananda came back. Так что я остался в Майяпуре до тех пор, пока не вернулся Бхавананда. I was a co-director with Jayapataka Maharaj. Я был помощником или со-директором вместе с Джайапатакой Махараджем. Then I went to see Prabhupada and got a new assignment. И потом я опять пришел к Шриле Прабхупаде и сказал, что я уезжаю. So another time, this was early in 1969. В другое время, это было еще раньше, до этого, в 1969 году. Шрила Прабхупада приехал в Лондон, и мне выпало служение делать ему массаж. Потому что я был старшим брахмачари. So every day we gave massage, maybe it took 45 minutes or an hour. И каждый день я делал ему массаж на протяжении около 45 минут или, может, даже около часа. And he liked a vigorous massage. Он любил, когда ему делали хороший массаж, энергичный массаж. So he was satisfied with my service. И он был доволен моим служением. But then it was coming time for him to leave, and I wanted to go with him. Но затем наступило время ему уезжать, и я хотел уехать вместе с ним. Once I said, "Prabhupada, you should have three servants,
because he had a secretary and a cook. I said I could come and you'll have three servants. И я сказал ему, Шрила Прабхупада, вам нужно, чтобы у вас было трое слуг. То есть до того времени у него был секретарь и повар. Я сказал, что я могу поехать с вами в качестве третьего слуги. Шрила Прабхупада поднял голову и сказал, ну, у меня на самом деле тысячи слуг. So then, after that next day, or sometime at that period, one of his servants came and said, you should stop bothering Srila Prabhupada about coming with us to America. They were going back to America. Because Upendra is there, he's going to be giving Prabhupada massage. И через несколько дней, или может на следующий день, ко мне подошел слуга Шрила Прабхупада и сказал, что перестань беспокоить Шрила Прабхупаду своими просьбами поехать вместе с нами в нашей группе, потому что мы едем в Америку, а в Америке там будет Упендра, который сможет делать массаж Шриле Прабхупаде. So Prabhupada knew I wanted to come with him, but so anyway, that next day I was driving him in the car. We were in London, just the two of us. I was taking him from his apartment to the temple. Шрила Прабхупада знал, тем не менее, что я хотел поехать с ними. И вот на следующий день я вез Шрилу Прабхупаду в машине с его квартиры в Лондоне в храм. Then I said to Prabhupada, to Srila Prabhupada, I said, Prabhupada, Purushottam, that's his secretary, he said that Upendra is going to be giving you massage when you go to America. И когда мы были в машине, нас было только двое, Шрила Прабхупада и я, то я повернулся к Шриле Прабхупаде и сказал, Шрила Прабхупада, Пурушоттам, то есть тот, кто ко мне приходил, секретарь Шрилы Прабхупады, сказал, что в Америке у вас будет Упендра, который сможет вам там делать массаж. So, I spoke very clearly, and it was just the two of us, and Prabhupada didn't answer. Я очень четко это сказал, и мы были только вдвоем со Шрилой Прабхупадой, но Шрила Прабхупада ничего не ответил. Completely silent. Полная тишина. Then I was feeling it must be true because he's not saying anything. И я думал, что похоже так оно и есть, потому что он мне ничего не отвечает. But then I felt that the silence was like there was like some tension in my mind. И я затем после этого я почувствовал, что эта тишина, это молчание создает определенное напряжение в моем уме. So I wanted to break the silence, and I wanted also to let Prabhupada know that I was ready to do what he wanted. И я хотел прервать эту, нарушить эту тишину и дать понять Шриле Прабхупаде, что я готов сделать то, что хочет он. So I said, Srila Prabhupada is Upendra is a nice boy because I never met him. И я спросил тогда, Шрила Прабхупада, Упендра хороший парень, потому что я его никогда до этого не встречал. Then Prabhupada turned to me very feelingly. Шрила Прабхупада повернулся ко мне и с большим чувством сказал, not as nice as you. Он не настолько хорош, как ты. So he saw that I was resigning to not going. Он видел, он понимал, что я уже готов отказаться от своего предложения поехать вместе с ними. So that was his way of reciprocating. И таким образом Шрила Прабхупада отвечал на взаимностью. And I felt it right in my heart. Я почувствовал это глубоко в сердце. I felt that he really loves me. Я почувствовал, что он по-настоящему любит меня. So it was a wonderful feeling. Это было замечательное чувство. That was Prabhupada's mood. He loved everyone. Это таково было настроение Шрилы Прабхупады. Он любил всех. Once a devotee said to Srila Prabhupada, Prabhupada, everyone loves you so much. Однажды один преданный сказал Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада, все вас так любят. He said, that's because I love everyone. Шрила Прабхупада ответил, это из-за того, что я люблю всех. He loved everyone because he saw everyone as a part of Krishna. Он любил всех, потому что он видел, что каждый является частичкой Кришны. Srila Prabhupada ki. Thank you very much. Большое спасибо.